Международная выставка «Анапа. Самое яркое солнце России» – это площадка, на которой санаторно-курортные комплексы делятся опытом и наработками в области лечения и организации отдыха. Второй день этого масштабного мероприятия открыла конференция на базе постоянного научного партнера выставки – санаторно-курортного комплекса «Дилуч». Об актуальности темы говорит и то, сколько зарегистрировано участников события – почти 200 человек. Это ведущие врачи и специалисты здравниц в области курортологии. Мы единственные, наверное, которые в Анапе сохранили хорошие лечебные базы в нашем санатории, в Руси, в санатории Анапа, где внедряются новые методики, приобретается аппаратура, это все обобщается и докладывается, как и здесь, также на международных конгрессах и за рубежом, и у нас в России. Анапа, можно сказать, является центром курортологии, небольшим островком, который еще сохранилось.